c'est moi Anastia et j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que vous m'avez demandé de faire une vidéo où je parlais une autre langue que russe. Et donc, comme la semaine passée, je suis allée en Provence où j'ai dû parler beaucoup, mais vraiment beaucoup en français. Donc, je me sens un tout petit peu plus à l'aise avec la langue pour le moment. Et j'ai voulu faire cette vidéo en vous expliquant comment est-ce que j'allais faire pour améliorer mon français encore plus. В общем, как я сказала, эта видео будет содержать в себе мои ресурсы по французскому языку. Я делала ранее подобное видео по английскому, нацеленное как на начинающих, так и на продолжающих, продвинутых. Это же видео будет исключительно для продвинутого уровня, потому что это конкретно моя ситуация. И здесь не будет традиционных учебников или покрытия грамматики и каких-то упражнений. Скорее, речь идет о том, как окружить себя французской речью, не живя во Франции, и как также учить язык, делая культурное развитие одновременно. Дело в том, что я сама учила язык натуральным образом, я практически не учила никогда грамматику, я ходила просто в начальную школу в Бельгии, в Брюсселе, в обычную публичную школу, и за последние 15 лет у меня были очень редкие возможности использовать язык на нескольких проектах в Марокко, да и то, там я все-таки общалась с людьми, которые говорили на африканском диалекте французского, североафриканском. В общем, мне очень помогла эта поездка, я первый раз за более чем 10, за 15 лет смогла на самом деле вернуться, погрузиться в эту культуру, и мне очень не хочется останавливаться, поэтому последние, с тех пор, как я вернулась, я посвятила тому, чтобы найти как можно больше ресурсов, и мне кажется, что моя жизнь просто превратилась, как бы приняла французский язык, моя жизнь стала полностью на французском, серьезно, ребят, и вот мои ресурсы. Итак, первое, что я сделала сразу же по приезду, это записалась в Институт Франции, я вам уже рассказывала про это культурные миссии, которые каждое большое государство имеет в других больших государствах, и оно зачастую представляет из себя медиатеку, в которой можно брать книги, журналы, разные музыку, видео и иметь доступ к онлайн-ресурсам. Это языковые курсы и это разная культурная программа, то есть, например, у них есть буклаб, у них есть разные представления. Я проверила, и Институт Франции есть также в Москве, Петербурге, Минске, Киеве, поэтому если вы живете в этих городах, я вам очень советую записаться. Я уже последние несколько недель все время брала фильмы на испанском, потому что тут я записалась в первую очередь после того видео с моими попытками возобновить разговор на испанском, а сейчас и на французском. И это просто каждые несколько дней я общаюсь с библиотекарем, я смотрю практически каждый вечер какой-нибудь фильм на французском или на испанском, и просто результат налицо. Я действительно чувствую, как мой язык возвращается. Кстати, даже если в вашем городе нет Институт Франции, но вы будете в каком-то большом городе, в котором он есть, я все равно вам очень советую записаться. В Москве, по-моему, это стоит 400 рублей, дисконтная цена, это, наверное, для студентов, и 800 обычная цена, это за год, но потому что вместе с этим абонементом вы получаете доступ к тому, что они называют культуротеки, и там есть разные адаптированные книги, там есть, например, я для себя нашла интересные уроки по фотошопу и по лайтруму, видеоуроки все на французском, но самое интересное для меня было это то, что там есть доступ к порталу lekiosk.com, по-моему, так, который содержит в себе все публикации, все журналы, которые я только могла, ну, проверить и поискать по любой тематике для мужчин, женщин, подростков, путешествия, косметика, я не знаю, лайфстайл, новости, все что угодно. Да, вы можете их читать только онлайн, может быть, это не всегда супер удобно, но, по крайней мере, у вас есть доступ ко всем этим журналам. Говоря про журналы, я вам ранее рассказывала про публикацию от немецкого издательства Spotlight Verlag с журналами по иностранному языку. Их журнал для французского называется Écoute, и он содержит в себе адаптированные статьи новостные про политики, экономики, общество Франции и других франкоязычных стран, но в основном это идет Франция и Бельгия. И основные слова здесь переведены на немецкий. Если вы живете в нашем Дах-регионе, то вы можете найти этот журнал в любой Институт Франции медиатеке или просто купить, они везде продаются свободно. Но даже если вы живете где-то не здесь, вы можете оформить на него подписку, где бы вы не жили. Это 12 номеров, 85 евро, плюс доставка в Россию 30 евро, в Беларусь и Украину 15 евро. Если у вас нет доступа к международной прессе на языке, которым вы изучаете, я вам очень рекомендую эти журналы. Я же в библиотеке выбрала эти два, которые оба про Прованс, потому что мне надо будет писать блокпосты на нашу поездку. Кстати, еще несколько дней назад мы были здесь, правда, лаванда еще не цвела, потому что лаванда цветет с середины июня по середину июля, так что если вы хотите эти красивые инстаграм-фотографии, которые у всех есть с лавандовых или не лавандиновых полей, то это тот период, когда стоит туда ехать. Также в этот раз в медиатеке я открыла для себя французский вариант такого же журнала, он называется Bien Dire, и
он издается каждые 2 месяца, этот ежемесячный, и тоже содержит адаптированные статьи на культурные в основном темы, и сложные слова здесь переведены на английский. Я думаю, что вы его сможете найти в любой медиатеке Институт Франции, в любой точке мира, но если вы хотите подписаться, то он стоит 47 евро за 6 номеров, доставка в Украину бесплатная, доставка в Россию и Беларусь 15 евро. Говоря вот про эту обложку, на ней изображено Abbaye de Senonc, это аббатство, и вот это слово Abbaye, оно просто меня сводило с ума всю поездку, потому что мне надо было спрашивать у людей, как пройти, как проехать, мы ездили, и как я его только не бучерт, это слово Abbaye, Abbe, как я его только не называла, и люди не понимали, о чем я. В общем, когда я приехала, я до сих пор не была уверена, как оно произносится, я не могла запомнить, и я начала активно использовать сервис forward.com, это абсолютно бесплатный сервис, где содержится это как датабаза всех языков мира, где произнесены слова, то есть вы просто вбиваете в поиске слово или словосочетание даже, которое вы не знаете, как произнести, и, скорее всего, оно уже было произнесено, по крайней мере, у меня ни разу не было такого, что не было. Но если оно еще не было произнесено, вы просто добавляете его как новое, и кто-то произнесет его для вас. И вы можете видеть в каждом слове человека, из какого региона его произнес, был ли это швейцарец, бельгиец, француз, а если француз, то там с юга, с севера или откуда, или, может, вообще канадец, тогда... Sorry. Но вы также можете сохранять слова, произнесенные, точнее, слова, которые вы прослушали произношение в свое избранное, если, например, как я, не можете запомнить, что это Abbaye. У них, по-моему, покрыты все языки, которые существуют в мире, и их интерфейс также есть на разных языках, в том числе на русском. Если вы хотите внести в свой вклад в развитие этой всемирной датабазы произнесенных слов, я вас приглашаю пойти попроизносить слова на русском. Я сама тут на днях произнесла «постель больного». Если вы это ведете, вы можете услышать мое произношение, потому что это было, наверное, единственное слово из тех, которые были на выбор, которые я могла произнести. Остальные были фамилии, я не знала, какое ударение в этих фамилиях. Дальше немного серая тема, которую я не один год хотела адресовать на самом деле на моем канале, но не знала, как это выразить. А именно это доступ к международному телевидению. Как вы можете себе представить, все каналы мира имеют прямое вещание и имеют последние 5-10 серий сериалов, которые идут сейчас на этом канале, в доступе на своем сайте. Единственное, что весь этот контент доступен только из той же страны, откуда является канал. То есть, если ты территориально находишься в Италии, то ты можешь смотреть прямое вещание через интернет итальянских каналов и сериалы на их порталах. Но как только, даже если ты итальянец, как только ты приехал в Австрию, ты уже теряешь весь этот доступ. С технической точки зрения это очень легко обойти, установив просто бесплатное разрешение одним кликом в свой браузер, например, Ola для Ola VPN для Chrome или Hox для Mozilla. Вопрос заключается в том, насколько эти действия легальны. И по моему личному ресерчу, в Австрии на данный момент использование VPN для анлокинга копирайт-контента, который был геозалочен, не является правонарушением, то есть это легально. Но я говорю, основываясь на каких-то интервью в публикациях здесь, Reputable, которым я доверяю, там в Der Standard было интервью с каким-то юристом, который занимается интернет-копирайтингом, копирайт-правом в интернете. Поэтому я не могу вам дать конкретную статью закона и сказать, что здесь это написано и это правомерно. Я как бы основываюсь на вот таких вот вещах, и поэтому я призываю вас, где бы вы ни находились, сделать ресерч сами для себя и отдавать себе отчет, насколько законны ваши действия, и не последует, если это незаконно, за этим какое-либо наказание, штрафа или я не знаю, что еще там бывает. Если вы обнаружите, что в вашей стране это законно, то это, конечно же, очень здорово. Например, TF1, первый канал французского телевидения, тот, который я смотрю больше всего, там очень много передач, есть, например, The Voice есть, там много сериалов, французские сериалы от Элен и Ребята, и то, что сейчас вот это 25-летнее продолжение Элен и Ребят, как оно уже по-другому называется, или американские сериалы Walking Dead, Army Wives, всякое такое, которое переведено на французский. Я, на самом деле, без конца смотрю французское телевидение, и я заметила в последнее время, что я даже перестала замечать, что это идет на французском, и мне иногда надо сказать, ой, это на французском я смотрю, или на русском, или на английском. До этого, еще месяц до этого, у меня аж мозг плавился, когда я смотрела фильмы на испанском или на французском, и я, конечно, неимоверно рада, что был такой прогресс за
такое короткое время по моей способности воспринимать язык. По возвращению я также купила маленький пакет занятий с Lingoday на 5 индивидуальных занятий в месяц. Во-первых, сейчас мне придется писать множество thank you letters тем людей, которые нас принимали в Провансе. Я планирую использовать свободный урок для того, чтобы учитель помог мне написать эти письма, потому что моя грамматика, орфография и способность писать бизнес-письма практически не существует. Во-вторых, пока я не нашла возможность в Вене практиковать язык более активно в разговоре с носителем хотя бы несколько раз в месяц, я решила использовать вот эту возможность разговаривать с учителем в течение 60 минут каждую неделю. Это не такой большой effort с моей стороны, и в то же время все мои предыдущие ресурсы нацелены на пассивное потребление речи. Мне также бы хотелось продолжить ее активно использовать. Ну и в-третьих, я, может быть, все-таки посмотрю на что-то из грамматики. Как я вам рассказывала в видео, посвященном Lingoday, это можно сделать совершенно бесплатно, даже если вы просто зарегистрируетесь, не покупая пакета. Все презентации со всех уроков лежат в свободном доступе, их можно скачать, попробовать разобрать самим, там есть упражнения, есть ключи к ним. И это не что-то нелегальное, абсолютно они, это их политика такая, они рады, как бы они делятся своими материалами просто так, и просто они чарджат только за уроки, которые проведены с учителем. Если вы, может быть, кто-то из вас занимается с Lingoday на продвинутом уровне C1 или C2 по французскому, и у вас есть рекомендация хорошего учителя, подскажите мне, пожалуйста, потому что я сейчас буду записываться к разным учителям. И да, я использовала, я прошла по своей же ссылке, которую я обычно даю вам, и использовала свой же код для этой покупки, просто чтобы иметь представление, что вы делаете, когда вы это делаете. И поэтому, да, мне обошелся вот этот пакет в первом месяце на 5 занятий очень недорого, 49 евро, то есть это 10 уроков, 10 евро за одно занятие. Я также хотела оставить вам несколько ссылок на ютуберов, которые не рассчитаны на подростков, что иногда очень сложно найти, потому что я пересмотрела не один ютуб-канал в поисках таких. Элис, она... Алис, как бы это звучало по-французски, я не помню, я ее недавно только нашла, но она делает веганские рецепты, очень красиво снято, и рецепты полезные. Я не веганец, не вегетарианец, но это не значит, что я не люблю и не ем такую еду, и, в общем, я уже, кстати, готовила по ее рецептам, так что мне действительно понравился этот канал. Дальше Эб Колин. Я узнала о ней через Олю, ее зовут Колин, и она делает бьюти, но у нее какой-то такой естественная манера подачи. Она мне очень симпатична, ее форма разговора, подачи. И в-третьих, это Français avec Pierre, по-моему, это называется так. Парень с немного странный, на мой вкус, энергией, но, тем не менее, я посмотрела не одно его видео, особенно те, которые... Он учит французский, как понятно из названия. Особенно те, которые такие 7 типичных ошибок, 7 неправильно произнесенных слов, потому что мое знание французского полно типичных ошибок и неправильных произнесенных слов, потому что все это было вот как-то так по интуиции, по наитию выучено, и они мне показались очень полезными, так что я даже к его энергии необычной для меня уже привыкла. Ну и последнее, какое-то время назад я создала плейлист с HD documentaries, документальными фильмами на французском, практически все из них HD. Сложно в YouTube найти хороший документальный фильм, который был бы в высоком качестве и на французском языке. Если у вас есть советы, какие-то фильмы вы смотрели, которые не в моем плейлисте, кидайте внизу, я обязательно добавлю. А так, то, что у меня там есть, это про питание, про фармаиндустрию, по-моему, про историю, про путешествия, в общем, если вы хотите что-то посмотреть на французском, что-то более длинное, потому что мне нравятся больше 50-минутные полторачасовые передачи, нежели маленькие короткие YouTube-видео именно для погружения в язык и в культуру. Так вот, если вы ищете что-то подобное, то, может, вы найдете это в моем плейлисте. И также я вам хотела дать рекомендацию 3 каналов. Один по истории, это Secret d'Histoire. Второй, Échappée Belle, это по поездкам, то есть, ну, travel канал, это передача, это каналы передач. И третий, это Les Racines des Racines des Ailes, по-моему, так называется, и это тоже поездки. В общем, это все 3 канала, это передачи телевизионные, которые аплодят зачастую целиком все передачи, не все из них HD, но, по крайней мере, это качественные передачи, которые можно смотреть даже без VPN в абсолютно легальном, открытом доступе через YouTube. И это все мои франкофонные ресурсы, ребята, я на самом
самом деле очень рада за проделанную работу в том плане, что я всегда говорю о том, насколько важно погружение в среду, и очень интенсивным ресерчем за последнюю неделю я действительно смогла выбрать для себя такие ресурсы, которые меня реально затягивают, таким образом, что вся моя жизнь стала на французском языке, и, в общем, I'm living то, что I'm preaching, и это чувствуется очень authentic и очень хорошо. Вот, так что... Я пошла посмотреть серию очередную «Элена, ребят». Те из вас, которые родился в конце, в середине 90-х, может, даже не знают, о чем я говорю, но мы, которые родились в середине 80-х, был такой сериал, и до сих пор идет 25 лет спустя, и некоторые из нас его еще и смотрят. Вот. А это все на сегодня. Увидимся скоро. Пока.